И красный разбивай синим. Теперь все. Ну, вообще-то он уже разбит. Давай его, это самое, синего больше только делай. И разгоняй по всей, потому что длинная будет работа. Давай, чтобы все захватило. А, ну это хороший натюрморт. Наверное, еще на белой скатерти. Второй раз. На белой скатерти. На белой скатерти. Надо наоборот. Да, давай это самое интенсивнее. Какой? Оранжевый и синий. Оранжевый, синий. Красный чуть-чуть сделай. Красный сделай для разнообразия. Все-все хватит его. И этот. Если ты делаешь так, то двигай и туда, чтобы все захватить. Ой. Вот это хочешь вместо, давай. Все. Натюрморт с чашкой. Акватипия – это техника, которая предполагает печать с водяной поверхности. Это может быть на различные материалы, но преимущественно это на бумагу. Техника эта появилась в 1930-х годах и использовалась в России, в частности, такой художник, как Тарханов, достиг очень больших высот и совершенства в этой технике. Но потом, как бы эта техника была забыта, в последнее время, в конце 20 века, в 21 веке, к этой технике стали возвращаться многие художники, но стали понимать под акватипией это большое количество воды в красках. То есть уже как бы идет некоторая подмена этой первоначальной техники. А акватипия делается таким образом. Берется большая ванна или небольшая емкость с водой. В нее выпускаются масляные краски, очень жидко разбавленные. Причем так разбавлены они, что на бумаге, которая прикладывается к этой поверхности, даже на обратной стороне не проступают жирные пятна от масла. Интересно получается то, что они между собой не смешиваются, а они как бы проникают друг в друга и не создают грязи. То есть, если кистью или другой техникой мастихином смешивать красную краску и синюю, то получится грязноватый оттенок, то тут не происходит этой смеси, и они как бы проникают микроскопическими своими долями друг в друга, и поэтому получается ясность и чистота этой техники. Потом к этой поверхности прикладывается бумага. Вот. И то, что на водной поверхности, отпечатывается на эту бумагу. То есть можно получить только один экземпляр, потому что потом это уже в одну воду нельзя войти дважды. Потом снова надо наносить краски на водяную поверхность и прикладывать следующий лист. Можно делать так и предметные изображения, и абстрактные изображения. Thank you.
Акватипия мне очень близка, но я, естественно, не постоянно занимаюсь этой техникой, а время от времени. Но когда я ей занимаюсь, то тогда я вижу очень большую чистоту красок, вижу очень интересные, чудесные такие формы, которые, и вижу вот эту стихийную технику, которая образуется химическим способом, как бы нерукотворным, которая для другого моего творчества дает мощный импульс, потому что тут, как говорится, первозданная чистота и взаимодействие ничем, как говорится, не испорченных цветов между собой. Через акватипи можно вовлечь в искусство гораздо большее количество людей. Оно становится доступным. То есть раньше как бы были такие закрытые элитарные цеха, то есть живописи, архитектуры, музыки, куда люди очень многие не решались направить свои возможности и как бы стеснялись из-за своей скромности. Вот. А эта техника открывает большие возможности перед человеком. Она показывает, что живопись – это доступная, что там могут действительно раскрыться возможности человека. И это не является чем-то закрытым. Наоборот, чем больше будет вовлечено людей, тем больше будет повышаться уровень этого профессионального цеха. Thank you.